деревенская. Что у вас там? Стреляют, бомбят. В подвале больше 100 человек. Дети маленькие. Связи, еды нету, воды нету. Воду пьют в бассейн. Фонтаном подребаем воду грязную, черную. Скажите, а почему вас украинские-то солдаты не выпускают? Прикрывают население. Прям украинские? Украинские. Да. А как вы отличили, что они украинские? Бегают синими повязками. Синими повязками бегают. Скажите адрес, где они находятся. Были на Зои Космодемьянской, но сейчас ушли оттуда. Да. А там в подвале больше 100 человек, маленьких детей. Детей, адрес детей, скажите. Московская 64А. Там в подвале, в бомбоубежище, в 10-этажке, она еще целая. Сколько там детей? Человек 20. А в общем больше 100 человек. И старики. И парализованная женщина после инсульта лежит неходящая. Маленькие дети, как годик. Вчера 12 лет ребенка похоронили прямо во дворе. Заболел от сырости, от пыли. Смотрите, вы сейчас успокойтесь, идите туда на пост. Если вам нужна какая-то медицинская помощь, вам сейчас ее окажут. Значит, и там все это объясните, и быстро туда на пропускной пункт. Спасибо большое. Пусть Бог благословит. Как вас зовут? Таня. Татьяна, успокойтесь, сейчас все позади. Да не, вот там страшно. Две недели в подвале. Страшно за детей, потому что там ни медикаментов, там...